Ну-ка, мелики, разойдитесь. И ассиста там вообще закинь. С кем вчера ходили фармить? Саша, экзекут. Типа с локами и рогами? Да. Рога, друид, я. А по кругу вы не бегали, вы просто стояли в проходе, да? Да. Балдеж. Ну да, там прикольно было. Просто стоишь, а уешь вместе одну, да? Это что, боешь, которая стоит 15к? Я попробую скипнуть мобов. Не выйдет. Ну я попробую. Может быть, что-то починили. В смысле, сломали снова? Ну да. Блять, кто-то звонит. Брать, не брать. Ну и пошел. Не понимаю, как он сагрился на меня. Ну ладно. На 100 сервер банлав. Там шкаф поставьте. Заебите. Кого еще сомонить? Я прото раздаю, там рарник и хамазек. Рарник кулаки МП5, хамазек каски. А чё, у нас хапало? Хамазек сейчас спрос тебя будет. Да, кто хапает, сейчас Рома будет. Рома, заходи пока. А вместо... А этот, вместо кукмастера кто? Кто вместо хукмастера в рейде сейчас? Или Катрисия ушел? Нет, Бог, ты я твой рот наоборот, сука. Катрисия, походу, ушел. Катрисия афкашит просто. Он с блином. Улипал, пиздец. Там никто же не спрашивал с 8-й пати, кому что надо, типа, 6-й. Депризм появился в рейде, да? Слава, спекать. Что, ты хочешь, чтобы я танчил, что ли? Ну, а ты третьего танка видишь? Да. О, Катрис очнулся. Ты и Гомосик. Ты, блядь, залагаю, нахуй, и все помрут. Там будет стоять. Слава, ты Катрисию оставляешь в рейде или нет? Он очнулся тут. Слава. Тут хукмастер, и надо хэпалу еще место. Кто-то зашел в рейд. Ну, один слот сейчас. Рома, ты заходишь там? Шестой пати я не помню. Я полностью залагал. Слово совсем. Ладно, пошли мы буф побьем тогда. Пошли пока крэш дальше.
Че, мы типа дошли до гидроса, думали гидроса бить, да? Ну, вообще, как бы да. Ну, мы тут можем убить, чтобы время не тратить на перебежку. Хэпа лагает, Рома лагает. Понятно? Можно поверху, пока рыбу не убили, зачистить этот трэш. Пошли, могут воронки упасть. Пава, я тебе там денежку скинул, можно, типа, вдруг что-то перепадет. Йоу, Пава. Чего? Я понял. Получается, танки молча? Нет, получается два вот этих типа меча. Я стою, жду, я не хочу стаки пробовать. Мы пока, блядь, пак бьем. Да, я это понятно. Пака, это вармсе, который стаки. Да, в Т5. Я только, блядь, к концу пака откуда стаки у тебя набиваю. У меня два куска, блядь. Мертвый ДД не дамажил. Купил себе. А, купил? У меня, блядь, только стаки нахуй набились. Мы перед паком следующим встали, стоим, блядь. Ну да, лучше. Слышишь, Пава? Ты можешь сделать мне доступ на редактирование канала Т5? Канала Т5? Что ты там хочешь? Ну, позаполнять то, что ты не заполняешь. А что я не заполнил? Я вчера заполнял. Где открытый? У кого есть Т5? Там же написано минус, это значит не открыт. Минус плюс, это значит, закрытый. Открыт. Ну вот у всех же не обновленная инфа. У кого еще? У Лингрена открытая. Блять, типа, я не могу каждый час туда заглядывать, типа. Нет, я вообще просто говорю, ну, так бы я... Ну, другие могут. Ну, я не знаю. Да, только его сообщение ты не можешь редактировать. Ну да. В общем, где? Ну, так-то обновить не проблема, но сейчас это не надо. Ну, от этого ничего не зависит. Пошли, где рыбу тогда ебнем. Че, давай вон. Сверху весь трэш давай по кругу зачистим, давай. А потом рыбу. А там пал зайдет, нет вообще? Или что там? Он говорил, лагает. Я не знаю. Че там, Рома? Ты зайдешь сегодня? Я вот думаю, блять. Это, кто у нас там? Леди Вары какие? Кирсори, Т5, да, хочет? Да я не очень. Не очень? Чё, у тебя нету Т5 или есть? У меня нету, но мне не надо. Святос Т5 хочет, да? Друид инвалид. Вот чё ты лутал, друид инвалид? Руки лутал, да? Да. Блин, сейчас... Руки только у тебя, да? Да. Ага. Ага. Воронка. Это а мы этот трэш и поем. Так, а ты свято с чего? По Т5. Да я думаю, может зайти престом. Эй, бля. Алло. Алло. Ты хочешь Т5 на престом? Я Т5 в перчатке лутаю. Там Уджи. У него... Я могу что-то найти. У него третий кусок. Начнем с того. Не грудак. И мне надо смотреть при его. Ладно, поебать, короче, похуй. Лутайтесь, поебать. Все равно воронок нет. Ну, три уже есть-то. Ну да. Я себе за свои открою. Сейчас все с воронкофармами с этим, я-то просто этим не занимаюсь. Так что мне это опять надо. Так а мы на кого идем по боссу? Селедку решили. Селедку я ж на селе, я же за кольцом все бегаю. На какую селедку?
Но рыба этот, краб выравливаем. Скрытень, который. Заходи с собой, убьем. Не, ну на рыбу, давай на рыбу первую тогда. Вот эту последнюю пачку добьем и на рыбу прыгаем. Я тогда за... Серьга же там не надо никому. Я бы серьгу забрал. Ебать. Может не надо? У кого эрдрус серьгу я еще не видел. О, блядь. Да не, она нормальная будет, если в Т5. Сейчас я хуй знает. Ну а тоже типа... Талисман с нами кому-то нужен? Талисман с нами... Там, по-моему, ретрики на него хотят, там, или хлюдринг, или масек, или рарник. Ну, не знаю, собирает ли он хусок. По маме я заберу. Ну вот, хлюдринг. Короче, ну, чё, Мурлокос забрать? У тебя 3 на ДЦ, на приста. Пиздец. Надо забрать, я думаю. Да? Я понял. СПД дает, интеллект дает, ману дает. Ну как нам интеллект, может быть нормально? Интеллект дает крит. Интеллект дает крит. И ману. Там в Т5 ходки критуют. Ну вот, в типа... Т5 как раз триня хорошая на друида 4. Ювелирно. Вот, а 4-4, она тоже нормальная. Но это надо такой бой, где ты будешь просаживаться прям конкретно. Лана какая-нибудь, хуй знает. Да и что-то хуй знает. Ну, в плане манерегена, ну плюс СПД еще. И опять же, если ты ману себе восстанавливаешь, ты это СПД теряешь. А на фулах, ну хуй знает, ДЦшник тоже не на фулах. Хотя иногда и на фулах стоит, больше 50. Ладно. Нахули дринк, короче. Руки кто забирает? Угорь? Вот этот, вард, да? Угорь, ну. Угды. Урби. Ну да, это как сказал. Ты руки забираешь, третий кусок, да? А какой четвертый у тебя? Ну ему либо плечо, либо ноги. А у тебя какие есть вообще? Голова и грудак, что ли? Голова, грудь. Да. Это, блядь. Это было умно. Сука, когда таблетка подействует, блядь. Башка болит, пиздец. Малая, жжёт перед плаваешь? Глазами, беса не знаю. Давай, рыбу поешьте все. Вот. Ваня, вы на ком? Мы на рыбе. Ну что, фулл пачка? Ну, кто-то ливнул. А так фулл. То есть корзани не нужны, да? Пока нет. Либо где что нужно? Продолжают. Сумните. Там ну, можешь в холлике я сейчас ДЦшника спикнусь. Или в ком-то там. Вон рависта выкинь в ДД. Там этот. Лутать ты 5, нет? Ну ВПХан спрашивает. Место ему кто-то освободит, нет? Он там врывается на Т5. Ну так давай. Я могу инвалид освободить, мне все равно ничего. Пусть ДД какой. Пусть ДД какой. Ну друид инвалид пишет, может освободить. 6 хилов. Я могу уступить. Ну кто? Друид инвалид или Мурлокос? Ну киньте роллы, я хуй знаю. Давай я уступлю друид инвалид. А, я могу давай, тебе уступить. Че, друид инвалид. Портуйся. Ну, Витя плюс. Валера мог второй кусок Т5 полутать. Думаю. Какой Валера? Друид инвалид. Ну это у него руки есть. У него ну, руки он есть. Он газдресс вот будет хилить. Руки Валера есть. Руки есть, есть у него. Есть. Ну, ног нету, ног нету. Мы бревна как бы там типа. Корни в смысле. Ебаный в руку. Не съебался кто-то с института. Друид инвалид, потусь. Вот уже ему повезло. Протонулся, не? Нет. Все, помоньте еще раз ханта. Все, он тут. Потанчить никто не желает? Продакс, на столик. Ты же... Давай потанчу. Не, давай, как он будет ловить мобов? С него сам. Какой танчишь ты в пятой пати? Вы что, курнули там?
Лечо или приза на спекне. Дай это столик, Абродукс. Где ты? Либо не столик. Ой, блядь, там... Холидрин, что там за хуйня? Дай ассиста, что ли? АФК все, я ничего не могу понять. Спасибо. Ханта сумонит. Хан тут. Вот теперь он тут. До этого его не было. Он был на трубе там только что, я оттуда прибежал. Да, он проваливается, походу, здесь. Че, босса будем бить? А продукса нету. А продукс ты тут? Вот сейчас, короче, рыбу поставлю. Так, я пока друида твоего кикну, чтоб не мозолил. Зря, блядь, потом опять придется сумонить. Так он в инсте был. Не надо было кикать. Он в инсте, просто офаешься одним, заходишь другим, не надо бежать сумонить никого. Он просто добежал. Там Катрисия спрашивает, кто слот уступит на слепце. Она я могу поступить, но на пол нужен, наверное. Бля, мы столько времени стоим, это просто кошмар какой-то. Давайте, чек на ФК, короче, заебали. Только продукса нету. А продукс, дай столик. На продукс есть, кстати. Стелси. Стелси. Инту пристабаф обновите. И лап. Продукс. Ладно, нахуй ПМ напишу. Хуя там о продукс элит VIP Gold, ебать. Короче, это похуй, я не знаю, он даже в ПМ не отвечает. И... дай, сумоньте эту рыбу ебаную. Дай столик, да. Нахуй. Стоишь, не двигаешься нихуя, ты столик дай. Пиздец, он походу еще меня замутал. А может ты его? Я его не мутал. Все, сумоньте. Ты не замутал, я тебя отвлекаюсь. Пиздец, я думаю, что за хуйня? Чел, ты в мути. Прыгнули в воду. Вылезли. Ебалом не стой, Синтек. Тут еще одна душительница на плохой. Рви стресс ее. Под ебалом не стой, Синтек, у этих мобов. Это поаккуратнее бегай. Собавнал. Че завис там? Ну идет потом. Рарник, вынырни и что-то сделаем, меня тебя разъебывают. Вот вместе с этим ударом плавника ты сдохнешь.
Нормально бейте, как люди, блядь. Они как бы не в воде, как бичи там. Ну, в воде не откидывают, поэтому так и бьют. В воду прыгнули. Ну, имейте в виду, блядь. На ком страж? Выведите его. Урлакос, нырни и выведи его на ту платформу. Он норовисто. Проведи. Да другое, про другого говорит. Норовист теперь. Стелс. Все. А чё, с боссом? Босса стаунтите, кто там танчит босса? Подойди к боссу в мелизону. Чё вы делаете? Кусакам. Пускай танчит босса. Два стерлёна. Воду. Стелси, куда тебя откидывает? Вас ведометом что ли откидывали? Я не могу понять. Или чё? Почему вы так, ну, вроде близко, а потом улетаете? Чё за хуйня? Это водомет. Так а нахуй вы под ним стоите? Вы нырнуть не можете что ли? Стелси и Дон, по-моему, вы улетаете. Стража. Так, страж, нормально. Сказано же в воду, блядь, чё вы? Рвист, вы вынырни, где ты стоишь, не вижу тебя. А Продукс... Ты в воде был, что ли? Нет. Рвист, вынырни! Рвист! Ну, может, он вылетел опять. У нас что там, пати в этом, деревянных? Половянных. All free kill, Почему босс на Юле опять? Мне просто интересно. Наверное, потому что когда воду отталкивает, он меняется. Понятно? Не, агро вроде то же самое осталось. Просто настунтило. Настунтило, наверное. Она не могла просто с 200 тысяч до 500 тысяч набрать. На кого идем? Ядроса? Забей, ищи другие. На этого, на кого как называется? На слепца? Пошли на слепца. Вот это молоток надо кому-то? Я. Ты хил. Так будет же в НДЦшнике. Ты на холике будешь. Чё дать? Не слышно было. Я хрен знаю, где вы там поумирали. Я надеюсь, это не по поводу гильдии. Заразные. Там диспельте себя, присты, палы.
И наберите рейндж сначала, а потом уже все остальное делайте. А сегодня хилить будут? Не знаю, бидон мертвый лежит. Так, хукмастер, гумасек, кирсори, второй, блядь. Гульдринг. Вот кому с вас четверых отдавать этот грудак, кому он нужнее? Ну, нахуй никому не нужен. Ладно, тогда гумасеку отдам. Ну, я на ретрика его одел себе, ну, типа, лежал там в банке, блядь. Алло, ревностный. Вы дадите поднять павших или по кайфу? Ну, сначала надо, чтобы рейндж словили, там, стелси словили, рейндж ты с кем-то болезнь постоянно получаешь. Или здесь пальте с ним, чтобы это канале не продолжалось. А то танк упадет. Мурлокос и Кирсори. Кому с вас эти тапки нужнее? Мурлокосу. Чего? Нет, блядь, ну если там надо кому-то. Ну, ну так... в принципе, я бы взял себе на кота там, блядь. Ну все, надо ему, пусть забирают. А что, с рыбы шкура не снимается, что ли? Какие вот эти тапки? Я дал вот эти тапки? Кожаные критхаст. Нет. А вот эти. Я... Слава, поставь групповой или что-нибудь. С ней же должна шкура сниматься. Угу, хуй знает, по-моему, не должна. Я могу что-то уступить, мне ничего животное, надо. Животное, блядь. Да не, не должно. Это же не мини-босс, это босс. Тогда я Катрисе уступлю на слепца. Я бы его, блядь, на деньги раздел. Милика, ну, на РГД. Милика, наверное, мы убьем, ну, вообще. Никто не уступает. Смотри, сколько миликов. Первая, вторая пати милики. Ну вот хуй с ним. Это рейндж наберите. Гамазек призван, урген. Наберите рейнджу. Ляночка, Сенджа, Продукс, наберите рейнджу. То же самое. Чтобы она не появлялась миллион раз, надо отойти от всех. Стелси, ты с кем-то с больным встретишь. Визи Болгарит может уступить. Так-то, блядь, если босс, если босс будет убиваться, то похуй. Ну, типа, я беспокоюсь, что сетап, если куча РДД будет. Да вроде похуй. Да нет, Катрисе нормально, жмет на ходу кнопки. Там нихуя не похуй. Ну, ты же играешь за Мелика, знаешь. Мазик будет танчить. Знаешь, как, ну, бить слепца? На слепце. Жмутся люди, и файн вроде все. Ну, притон на замену, притон вообще вредит надо. Вместо какого-нибудь милика. Уже заменили Invisible на Каприсию. Это, ну, не то, я про то, что вон там миликов сколько. Мне только интересно, что Катрисия хочет со слепца? Если триня, то забей, я ее забираю. Сапоги, да. Он же говорит. Вот здесь раз сказал. Короче, Вадик, я как это забил на это кольцо, хуй. Я тебе еще неделю-две назад говорил. Пора подбирать другие варианты. Сколько ходим, ни разу не падало. Нет, Катрисе, один раз у меня есть ботинки, кстати. Один раз падало. Один раз у меня не было тогда, или что? Там самый первый раз вроде падало. А, кольцо 40 статов, да, вот этих всех меток. Батя, что еще? Нахуй. Ну да. Ну, нормально. Кому оно ушло? Ой, я тебе помню. Говорю, что они тебе нужны будут. Рвис, ты заходишь там? Мне кажется, да, захожу. А Мазига, говорю, можешь спекаться в танка. И кого я же нахуй летала, да? Да, и кого спекнуть в... Сука. В хила... Ой, блин, ДД спекнуть. Мурлокоса, наверное, да? Или меня? Заметил. Ну, тебя в говне в Т5. Нет, может, ты тогда на хапале похилишь, а я с собой останусь? Ну, она посильнее, чем твой ШП. С самым глупостом. Но они редко падают. Да не, блядь, я с такими лагами, блядь, на хапале проебу все, нахуй. Упадет рейд, мне кажется. На вылетающий с рейдах или это, блядь, получше. Ты ж правосудие сейчас... Сврали чеку, Волонир называется. Ну да, джагу я держу в флоп-тайм. Я за ним чутко слежу. Я не запариваюсь с джагой.
Ну так это очень большая часть ХПС просто. Как я планирую, так еще большая часть ХПС станет. Я только баф обновляю, это тут на скорость каста. Что есть? Ресми, рес. Если не в комбате. Ресми. Спасибо. Вам послышалось, не рес, льда, льда. Ну какой у льда? Иди лесом. Ты иди лесом. Ну вот возьму и не пойду. В льду? Да, не пойду. Не, лесом не пойду. Не пойдешь, там лесом, лесом. И себе браткой шотнул. Хорош. Я тебя резнул, сражайся. Да, сейчас, 10 секунд. Просто с тебя какая-то хуйня летит. Это посливаешь какой-то баг прикольный, но мне CLK это хуйня вешалась. Или не посливаешь после какого-то мусора. А, после хуйня. Это дебаф отыграет. Опа, контроль. Как молодцы. Какой контроль? Мы умеем так убивать. Это вот это АОЕшка. Как ты сдох, блин. Я? Дальше не буду. Я взял контроль, блядь, и тут ребятки, блядь, ворвались с двух ног. Ну, накрыли. Это Ваня, в частности. Моба забить. Сифозные расходились. Рейндж. Освободили. Хил от хилов отбегите. Иди спойлим. Бля, увели. Минуту пока. Блять, не сагри только еще там. Ой, сейчас бы на Вики сифилис пора сносить. Должен был улететь, а не уложить. Реально. Ты же врач, а как же клятва Гиппократа? Клятва Гиппократа вообще. После РТ у нас ссылка ХМ. Десяткой. Да. Ты ее читал хоть раз вообще? Ты видел, что там написано или нет? Не, вообще без понятия. Ну, обычно говорят не навреди, типа, блядь, там написано это. Да. Ну, но... нахуй остальное читать. К слову... К слову, в клятве Гиппократа есть хуйня про то, что... врачу, типа, как это сказать... Если врачу дают деньги, то все заебись вкратце. А-а-а. Типа, нет, вам за труд должны платить, ребята. А, я забыл, ты же хирург, да, у нас? Ну, типа. Это пиздец, так важно. Чё? Важно, важно, говорю, знаете, какой профессии человек, блядь. А-а. Ну, вау. Я так считаю, не знаю, как другие считают. Я считаю, это важно. Так, хоть можешь примерно картину складывать, чё, как человек где учился там, блядь. Реально, прикинь, вот если Синтек, например... Плохо, я ему помогу через интернет. Вот если Синтек, например, этот... Блядь, бой нахуй, сука. Или что? Ну, давай, договаривай.
Ну, типа, если синтек, например, на заводе работает, то можно уже предположить, да, допустим, там, какой там контингент. Ну, опять же, заводы разные бывают. Если, например, на хлебобулочном... В смысле, какой контингент? Контингент. Допустим, хлебобулочный, да, то там, допустим... Можно резнуть. Да я пытаюсь... А, вот, бой спал. Я даже не представляю, какие будут плюшки. Я работал на металлургическом комбинате, ебать. Вот, это уже другое. Пожалуйста, братан. Говорю, какие же плюшки будут, если ты узнаешь, что кто-то работает, блядь, на заводе по производству айрана. Я думаю, это просто пиздец. Ты там этому человеку ЕП будешь заливать каждую неделю. Мне кажется, это неудачная шутка. Причем тут айран? Ну да, да. Когда я люблю тан, блядь. Ну, тан это одно, а айран это другое. Ну, по крайней мере, по названию. Вы не понимаете. Ну, так по вкусу одна и та же хуйня, реально, блядь. Я пробовал. Я просто два дня подряд сначала тан попробовал, потом айран, блядь. Хуй знает. Ну, как-то, я не знаю, разницы нет абсолютно. Что то хуйня, что это? Ну, я не заметил. Ну, вот это другое, нет, я-то с магазина пил, с бутылки, нахуй, а не домашний. Я домашний вообще не знаю, какой он вкус. Ну я вот квас домашний делал, блядь. Чё, пастухи, просыпайтесь, блядь. Ну, сейчас маги будет, надо будет захилить рейд. Яд диспельти, кстати говоря. Этот брандашмыговский. Приоритете тоже. Да, тебе на второй фазе надо будет просто стаунтить, блядь, демона. Да, ты... она не таунтится, ни демон, ни босс. И набирать на... Ну, подойдешь, короче, будешь на нем агро набирать. Чтобы ты гомосек сделал? Чего-чего нет? Да. А куда Лингрен делся? Лингрен, я не знаю, он же в Ретке еще сказал, что он пошел отдыхать, чешо, блядь. А... Че заебался, че шо работает. И там, блядь, в какой ты... Я в пятый. Ты слышал? Че? Просчитай ПМ. Тебе заломалось, просто... Я, ну, я смотрю на рейд, я сейчас щитки рейду даю, типа, вместе, если я вместо этого буду всякой хуетой заниматься, то, возможно, потом скажут хилы моча, и кто-то умрет, блядь, и вообще я вайпаться не хочу на трэш, я не знаю, о чем вы, блядь, какие могут быть ПМы, блядь, я считаю рейд. У нас 6 хилов, и на третьем месте Вилаша. Не знаю, типа, блядь, ты абсорб смотрел вообще? Получается, чё? Ну, а, что? Да, я вот у меня абсорб у нее, блядь. 160 тысяч. Само собой, да? Выходит так. Не знаю, блядь. Что у тебя там, где ты смотрел? Вот, смотри. Ну и что, и кто на первом месте, блядь? Вот и Мак. Ну и чё? Так ты, блядь, жрец, а она адыка. И что, блядь, ты предлагаешь? Килы не нужны? Да, неужели? Это была смешная шутка. Я почти посмеялся. Как майор Пейн. Или как он там смеялся? Нормально? Нет. Не заметил. Ну, помимо того, что говорят, что хилы моча, так все нормально. Ну, уже голова не болит. Уже моча. Ну, если ты не понимаешь сарказма. Что такое сарказм? Я знаю такую хуйню, сарказм, короче, была картинка, там было лицо Чака Норриса, ну, умноженное на 20 где-то, и там у него одно и то же выражение лица везде, и подписаны разные эмоции, типа грусть, ненависть, злость, сарказм, нахуй. Вот там я сарказм знаю, что такое. Ну, типа, это лицо Чака Норриса, когда оно ничего не выражает. Тебе смешно было? Ну, конечно, блядь. Ухуй нам. Заебись. Хорошая новость. Кто это сказал? А здесь это был сарказм? Эх, вот кинули бы меня на замену, сходил бы похавать. Забудь слово замена. Кинули бы тебя на лут.
Ну, типа, не все еще потеряно, еще кинем, нахуй. Че ты, бля, переживаешь? Эх, вот кинули бы его в мут. Не знаю, трех челиков замутало мне прям вообще. Ну, типа, совпало с действием таблетки, конечно, но голова прошла, блин, нормально. Голова прошла, как и то, что внутреннее. Тихо слышно было. Ну вот это шутки за 88, хуй знает. Наверное, интересно. Стендапер, наверное, будущий, сказал. Там что-то внутри головы прошло там. Это, наверное, было очень умно. Ну что-то хуй знает. Я не ценитель такого юмора. Я там про всякие, ну, про сортир, про жопу, про толчок, про говно. Да, 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 типа такого. Понял, понял. Высокий юмор не мое, нахуй. Должно быть выше этого. Блять, что такое вообще высокий юмор, нахуй? Это когда, ну, на высокой... Нету высокого юмора, есть высокоинтеллектуальный юмор. Вот высокоинтеллектуальный, ну это есть, наверное, высокий, блять. Это где, ну, высокий говорят, юмор, это, наверное, на картинке... Когда шутку рассказывают на 40-м этаже. Не, ну типа это же сленг. Ты что, не знаешь, что такое слэм, блядь? Как ты можешь все высокоинтеллектуальные беседы тогда вести? Что, слэм? Сленг. А, я думал, посланец хочешь. Интересно, какие слова габариты? Я бы уверен, что он почти что говорит. Такие габариты, блядь, что... Что я себе ёбну раз, нахуй. Сотелишься, нахуй. Такие габариты, что ты когда задом сдаешь, блядь, сирена пищит, это пи-пи-пи. Вот это оно? Нет, это моя жопа, если что. Это вообще-то про машину было, ебать. У меня нет машины такой большой. У меня маленькая. Нет, это про мою жопу. Ну ты же, блядь, сирену не приделываешь. Это честно, когда MVP Hunt из-за стола встает, так назад зовет на стуле. Так... Да, так вообще не просто. Фонари красные сзади загораются. Пол дома рассыпается, да, типа там. Тарелки, там все, просто землетрясение пятибалльное. Я понял, блядь. Сосед же наоборот, блядь, сквозь две книги проходит на полке, блядь. Мужики, что думаете? У меня просто на стене фен висит. Я его включаю и улетаю куда надо. Фен, блядь. Если... Дай рыбу. Купить три идола за 9 воронок, ебать, или наныть у Войда, чтобы он мне 2 куска дал. Купи 3 икса. Это... И... А, пала нету, да? Цель Доминика Торетто в подарок. Крест Доминика Торетто. Крест, там рарник, кулаки МП5 дает. Ну, дай, видно, что Торетто. Дай, Леночка, шкаф. Хамазек, прото давай. Ткните в шкаф. Фласки пейте. Так, тыкаем. Чё, Юль на боссе, да? Там, ну, Юля, да, на боссе, да. Гамазик на второй спаде будет ходить. Что ты рофлишь, что ли, надо мной, блядь? Нет, я тебя не замутил. Блядь, что ты... Пока ты будешь смешной, я буду рофлить. Я не смешной. Я не смешной. После 20, наверное, нет, после 20. Сейчас позже. Репост на 25%. 25%. Любишь ты, сколько у тебя СПД? Доп лечения сколько сейчас? Что-то мало, нахуй. Он не видит. У меня 5000. У меня 400. Хорош. Ты кикнул, что ли? Да, проверка. Так, открываем. Там... Что? Инту обновите. А продакт, инту обнови. Все готовы, пишет, даю отчет. Ваешь. Какая Гера? Гера на 25%. Я скажу, ну, уже когда. Уже поздно, я... уже сдали Геру. А нахуя вы сдаете, блядь? Все, успокойтесь, нормально, ничего страшного. Не падать же, блядь. Десять секунд до вихря. А Ритала действует вихрь, интересно?
Все правильно. О, ебать. Он крутит ВШ, а я летал, хуярю. Вот это да. Факу висит, потому что... А он остановится сюда? Так, 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 так. Агро смотрим. Это продукция, отойдите. Это продукция. Это Вилаш. Или отойди. Рарник, отойди. Так, демонов смотрим. Лианочка, Мурлока, Продок, Свято, Войд. Войд и Лианочка, и Мурлок. Убейте демонов. Войд, на тебе демон. Кстати, когда демоны на вас, если Ершам цепуха хилит, то он вашего демона захиливает. Ну и молитвы исцеления вроде тоже захиливает. Не пройдите по факту. До Гамазика. Отводи кону. Сейчас перевели. Так, Гамазик, сейчас появится демон, набираешь на нем агро. Отойдите оттуда и не дамажьте, никакой ей не давайте. Демона не трогайте. Урги, Гамасек, ты заберешь с Урги? Или он забагался? Почему Урги стреляет? Блять, Урги, выбеги оттуда. Перебеги к Гомосеку и дай ему боб, что ли, я хуй знаю. Сделай так, чтобы он на тебя стрелял, а не на него. Дай сальвы по нему, что ли, блядь. Урги тут нет вообще, не... я не понимаю, блядь. Ты можешь с мелизоны выйти, блядь? Так я не стою в мелизоне, чё, блядь? Да дамажит весь рейд. Я стоял с Гомосеком. Крутился этот слепец. Еще одна крутилка будет, сейчас готовьтесь. Какой-нибудь массакру поднял. Я чё, в сове должен был быть? А ты в чем был? Гамазек. А, давай массакру, массакру давай. Продолжаем хилить. Нет, на война. Ну это кара, это вам всем карма за то, что не хотите со мной делиться. Ну чё тут, ульту распределять сегодня будешь? Так, пал, рога, шаман. Дальше идем на карася. Так. Устоялся, не знаю, что идем значит, по что кругу. Никаких вот это туда-сюда бег. Призван у тебя первый будет, второй? А первый у тебя какой, да. Брудак? У призвана плечи там были. Плечо у тебя, да?
Так, ну давай второй. А что, разгром лута идет, нет? Да. Да. Я понял. Да? Нет, просто нет. Но еще ДК-шный не разрушил. Вот, да, только хантовский появился. Что, есть у нас танк хоть один тут? Танк, зап, скорость, меткость. Ну это только БМ, он же метит. Так, тебе или холидринг? Холидринг тебе надо? Ладно, хантер одного. Нет, шестянка заберешь. Там сами уже разберетесь и закинул. Так. Получается что? В мага игра, ну, значит. Так, у тебя первый кусок получается. Да, я планирую все 4 собирать. Блядь, двое. Еще и вонюч. Диспольте друг друга, и речь набирайте. Вы, ну, диспельте с хилов, блядь, чтобы они не подыхали. Чтобы эта хуйня исчезла, надо. Чтобы вы рейндж набрали. С гомосека. Диспельте сам себя, блядь, вы можете диспелить или что? Вот, исчезло. Потом кинется, просто надо быстро диспелить и все. А пока он... Если немножко вперед пробегу, тут чтоб хилить. Ну что подключился? Диспелим. Диспелим. Снеблюч, ты сам себя диспелил. Шелфир сам себя диспелил. Не достаю вас. Там бить есть кто вообще? Он же кинул, потом диспельте. Сейчас не пульте за сумму. Да тут моба еще половину так-то бить. Ну, я же говорю, после моба. Диспельтесь, а. О, чёрт, блядь, ёбаный в рот. Угу. Не уйди. Нет, не обрыгайтесь там. Хлюдин, диспель себя, хотя бы гомосек себя диспельте. Да, я стою диспелю по КД. Кто притону может уступить слот из миликов? Но если инвизиблу ничего не надо, я могу ей замена для притона. Рома, блядь, не дрочи. Тут нужен сетап определенный этого босса. Без этого сетапа мы не убьем. Есть кто-то входит. Invisible, тебе надо что-нибудь про Тресса? Ты здесь, Макс? Ну все. Захильтиваетесь как-то. Бетон плюсой. Вставайте, только это захилите себя сразу. Бафните там какую-нибудь каску, лап, пистобаф. Постарайтесь моба добить побыстрее. Еще болезни не испальте.
только не разносите диспельты. Отойди, вдвоем зачем вы стоите, вы понимаете это, нет? Вот все. Пока вот сейчас нету ее, можно подбежать, бить, кто там стоит, кто... А вот все. Если эти остальных не пуль, дальше ничего. Юля, не пуль, уйди. Я не пульте. Пол рейда лежит. Все, сейчас. Притон, пристой. Ставлю рыбу, поешьте рыбу. Мастер, ох, мастер болезнь. Или что-то забагалось. ТТ это что такое? Ткач туманов. Давай, так, пошли. Монах. Тек хила. Но он один уйдет. Притон, ты идешь в рейд? Нет? Да, ебашим. Только отведи его, поблизости, чтобы тот ушел уже. Скоро уходить будет. Нет, то он просится в рейд, теперь мозги ебете, блядь. Ну Лизе, зачем блядь, вы спулили? Ну, тотемы поставили, блядь, спасибо. Смотрите, если это обрыганный будет. Хилимся. Максимально давайте у Е, пока болезней никаких нету. Вон там паразиты вроде. Можете выбежать сюда. А там нету рыготни. Места много. Рыготни после нет, этого просто... шкаф поставьте. Просто хуярьте их максимально. Мобов не пульте. Сейчас лужи появятся. Выйдите с лужи. Ебаный в рот. Сейчас инвизибл добьем, прошу. Поставьте шкаф. Пошли мобов слева справа. Справа еще. Юля, пуль. Thank you.
Ну, вот это не цепляй. Чё, какой-нибудь сифозный, да? Или с паразитами? Я тебя ебанул, ну. Через щит. Ну. Юля вылетела просто. Да ты танчатый, понял. Смотрите за гротом. Это Чмохинс вроде, да? Кайф. Раньше набираете. Из-за столба выйти, чтобы хилы вас могли видеть. Только я не знаю, где другие хилы стоят. Блять, куда-то бы на центр этого моба, конечно. Выйти все между двух столбов, хилы только. Вова, сюда примерно. Чтоб все хилы рейд видели. Кто за столбом не могу диспалить. Наверное, давай лучше и проход зачистить. Сколько танков? Три, да? Да. Сейчас Юля зайдет. Эффект. Там слева от босса еще пак, по-моему. Угу. Все приведу. Веду. На всякий случай не спуливать ничего лишнего во время боя. Тебе один хуй на волноту пойти. Там под рассекающей хуйней не стойте. С меня ведьму заберете? Танкер, сори, танчить, я так понял. До этого я танчу. Так ты ж танк. Да, в ДД сейчас в пике. Ну что поделать. Можно выгнать девушку из деревни, но деревню из девушки нельзя, да? Это... То же самое, блять. Рыбу кушать. Можно спекнуть хлядринка в ретрика. Но...
Почему? Вот танк-то останется, да? Не, ну это правильно. Так, что у нас вообще за пачка? Милики. Раз, два, три лишних милика. Друидов мало, нахуй. Надо свичить, убирать миликов на хилов менять. Так, надо на хапала, наверное, заходить. Кто там? Парфокус хилит. Я, если что, могу зайти на хапала. Где там друид инвалид? Он там 264-й. А каких миликов свищить нам? Самых, кто меньше всего даст? Вары, наверное, да? Ну вот. Тут еще надо смотреть, может, кто не заберет по приору. Ну вот я Святослав пока убрал. Синтек, иди нахуй, не рыпайся. Так, призван. Да я и так сижу, блядь. Лидрин, кому все клюра танчат. Так, притон. Пускай просто стоит. Говорю, что есть хапал. Так, и друид инвалид, еще один слот. Где друид инвалид? Вот, пати. А кто у нас из РТД? Есть какие-то РТД еще? Это что ли? Походу нету. О, Мидарк есть. Он вообще ходит сюда, нет? Тыкни. Ладно.